мы собираемся исполнить, мы репетировали очень-очень много раз, и один раз, по-моему, даже исполняли все, как если не изменяет память, но ты забыл уже, да. Вот. Но дело в том, что мы очень много раз собирались это сделать, и все время что-то срывалось. Серега безумно занятый человек, то не мог приехать, то что-то там кричит. Ну, в общем, все вот как-то не складывалось, не стало. И тут вот, наконец, мы чисто случайно, встретились в Кузьминском лесопарке на прогулке, и вот договорились практически сразу о вот таком вот замечательном эксперименте. Вспомнить старенькое, да, Серег? Былое. Былое, да. Ну что, друзья, композиция «Небесное озеро»! Сергей Сергеевич!